Ручной насос Bravo Sub Pump предназначен для надувания изделий высокого давления, таких как лодочные надувные днища высокого давления, сабдоски, акробатические маты, дорожки и другие изделия из ткани аэрдек. Помимо этого, насос легко накачает и обычные надувные изделия – лодки, матрасы, игрушки и тому подобное. Но в этом случае обязателен контроль давления с помощью манометра или, при наличии опыта, тактильно, так как превысить рабочее давление таких изделий этим насосом очень легко. Насос состоит из цилиндрического корпуса, выполненного из высокопрочного пластика, с упорами для ног в нижней части и штока с рукояткой. Выпускной коннектор расположен на рукоятке. Щели для входа воздуха находятся на верхней крышке насоса и снабжены воздушным фильтром, не позволяющим попасть в насос твердым частицам. Шланг закрепляется с помощью резьбового соединения накидной гайкой. Длина насоса около 50 см, вес 1250 граммов, рабочий объем 2,5 литра. Насос имеет только функцию нагнетания воздуха, функции откачивания воздуха у него нет. В комплекте идет набор стандартных переходников под клапаны разного типа, а также удобный чехол для переноски. Кроме того, мы всегда комплектуем насос коннектором для клапана Голубева, который является самым популярным клапаном для надувных изделий.